Будет где сегодня переночевать. Класс. Долбанный ураган. Кларенс? Местные власти объявили чрезвычайное положение. В юго-западной Луизиане продолжает бушевать беспрецедентный ураган. Шериф, к нам едет полный автобус зэков. Хотят где-то перекантоваться, пока не стихнет ураган. Надеюсь, вы будете хорошо себя вести. Давайте сразу все проясним. Хозяйка здесь я. Так что, если понадобится, я выстрелю, не раздумывая. Вам не кажется, что это жестоко держать нас в таком месте? Слышишь? Шериф, как аллигатор заполз в ваш полицейский участок? Это из-за наводнения. Ими сейчас кишит все здание. Если мы хотим выжить, придется потерпеть друг друга. Приглядывай за ним. Этот парень убил полицейского. Нас всех здесь сожрут заживо! Пристрелите его! Скорее, скорее! У тебя один выстрел, шериф. Наводнение. Слышал, на вкус они как курица.